Привет, народ, с вами Финаргот. Что же, пришло время DPC прогнозов. По сути, они у меня не особо будут отличаться от того, что я предсказал в сетке сегодня. Ну, потому что пока я не могу же изменить свое решение. Я вчера дал прогноз сетки, поэтому первые прогнозы будут совпадать. Если потом какие-то матчи сложатся не так, как я предсказал, понятно, что у меня уже будут другие прогнозы для вас. Но единственное, стоит отметить несколько важных моментов. Первое, хочу напомнить, что основная вещь, которую нужно сделать в этих ставках, это получить ачивку, которая располагается у нас вот здесь, вот в компендиуме. Вот эта ачивка. 5, 25, 50 правильных прогнозов. Если вы все сделали правильно, то вы получите 8,5 левелов. Вот это... ачивка, она давалась, нужно было внутри игры предсказывать в Dota TV, вот, и она также доступна у нас и на основной этап. Ну, блин, 50 верных прогнозов, время основного этапа будет, это будет нелегко, потому что матчи-то в основном этапе поменьше. Ну ладно, постараемся. В общем, если у вас эта ачивка выполнена, то самое верное решение с прогнозами DPC будет сделать так: просто взять и потратить все 60 токенов на один какой-то матч. И сегодня один такой матч есть. Это Team Liquid против Optic Gaming. Я вообще не вижу никаких возможных решений у оптиков как-то взять и совершить что-то невообразимое и выиграть у Team Liquid. Да, оптики позавчера показали очень крутую игру, тем самым вышли, вообще, грубо говоря, не могли вылететь с турнира, а вообще не вылетели, так еще при этом и в верхнюю сетку попали. Это, конечно, было необычное шоу от них, но выиграть у Team Liquid, действующих чемпионов мира, да и вообще Liquid сейчас чуть ли не самую лучшую игру на турнире показывают. В общем, если у вас выполнена ачивка, как у меня, в общем, сюда все ставьте. Я просто поставлю сюда 10 токенов, потому что дальше мне нужно будет еще токены распределять на другие матчи. Я же все-таки должен давать прогнозы на остальные поединки. Ладно, Virtus.pro, PSG, LGD. Я не буду особо разглагольствовать на этот счет. Я еще вчера во время прогноза сетки дал свой прогноз на PSG. Со мной многие не согласятся, но я почему-то считаю так. Мне очень не понравилось. Ну, видите, люди мне начинают приводить пример, то что вот, PSG, они же там плохо играли против Тандеров, там и еще нескольких других команд. Слушайте, а Virtus.pro проиграли 2-0 Вичи, это нормально вообще? Нет. Тут игра будет равная, вот, по сути, она будет равной. Но я почему-то считаю, что PSG должны выиграть сегодня. Кстати, искусственный интеллект от GhostOAI считает так же. Fnatic и Team Serenity. Это у нас уже Best of One идет встреча. Я считаю, что Фнатики должны одолеть Team Serenity. TNC, Predator и Минески. Я за TNC. Идем дальше. Ньюби и Винстрайк. Я ставил на Винстрайк. Винстрайк собрались наконец-то силами и готовы зажечь, показать действительно хорошую доту. Vici Gaming и VGJ Thunder. Я ставлю на Vici Gaming. Их победа над ВП пример тому, что они могут сражаться и должны сражаться. Вот, а следующие матчи это уже завтрашнего дня, поэтому мы на них посмотрим как раз-таки в завтрашнем ролике. Ну, также хочу вам напомнить, что у меня в Питере проходит Pub Stomp The International. Он пройдет у нас, получается, 25 августа, в ночь с 25 на 26, где мы будем смотреть финал нижней сетки и гранд-финал The International. Будут всякие розыгрыши и так далее. Генеральным спонсором Pub Stomp появляется букмекерская контора BaldBet, которая дает, по сути, самую большую линию вообще на киберспорт. Они уже работают в течение 5 лет. Вы посмотрите, 50 возможных офферов есть касательно только одной игры, Team Liquid Optic Gaming. Тут и Total Kill-off, и счета, и First Blood'ы, и киллы, и чего тут только нету, поэтому обязательно регистрируйтесь по ссылке в описании и получите бонус, два раза больше средств. Поэтому с вами был Финаргот, я не забываю, подтверждаю свою ставку. До скорых встреч, сегодня увидимся на Интернешнале, и какие-то ролики еще у меня будут. Следите за моим телеграмом, там я буду писать, что будет появляться. Ставим лайки, подписываемся, жмем на колокольчик, включаем все уведомления. С вами был Финаргот, до скорых встреч.